Еще 240 инвалидов получат сертификаты на жилье. Минстрой в 2021 году продолжит реализацию программы предоставления субсидий на приобретение жилья людям с ограниченными возможностями. В бюджете на эти цели предусмотрят 300 миллионов рублей. Напомню, новый порядок предоставления соцвыплат установлен в 2019 году постановлением правительства. На сегодняшний день подготовлены и выданы 718 свидетельств. Для получения субсидий нужно подать документы в Минстрой Дагестана или в МФЦ. Об их перечне можно узнать в данном ведомстве. Документы можно будет подать с 1 апреля по 30 июня будущего года.